Здравствуйте, Дмитрий. Это видео про ваш одуванчик. Фокусное расстояние 210 мм. Диафрагмы все меняются от 4 до 22. Это калибр для точной наклейки, упаковочка. Вот непосредственно ваш одуванчик. Я посмотрел на фотографии вашего объектива в интернете. Вот смотрите, я имел в виду вот вокруг байонета вот это вот черный ободок, это юбка так называемая. На моем объективе она тоненькая, поэтому есть возможность просто проверять и программировать одуванчик, наклеив его на двухсторонний скотч. На вашем объективе эта юбка широкая, поэтому нужно будет сначала разметить одуванчик на этой юбке, и потом, сняв саму юбку, она крепится вот такими торцевыми винтиками, три винтика. Вытаскиваете эту юбку и делаете с помощью надфиля или другого похожего инструмента пропил в этой юбке под установку одуванчика, иначе вы его не поставите. Вот он, ваш одуванчик. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.